Погода, стройки не помеха. В одном из самых застраиваемых городских микрорайонов Сухово-Дерябинском продолжается возведение многоэтажек. В этом году в эксплуатацию будет введено 100 индивидуальных жилых строений и 30 многоквартирных домов, общей площадью более 145 тысяч квадратных метров. Этот показатель выше, чем в прошлом году. Александр Кузьмичев отметил, что скоро в непосредственной близости от этой стройки микрорайон Рождественский будет выделен еще один участок под многоэтажное строительство. Социальная инфраструктура позволяет. Здесь строится новая школа и 3 детских сада. Этот дом по планам должны сдать в четвертом квартале 2015 года, но подрядчик уверен, работы удастся выполнить раньше. Около 25-30% квартир здесь уже выкуплены. Это дом 6-подъездный, 9-этажный. Здесь 232 квартиры. Набор в основном это небольшие квартиры, однокомнатные, двухкомнатные. Ну и где-то процентов 20 трехкомнатные квартиры. Площадь это где-то в пределах 30-35 квадратных метров, 55-60, ну и до 70 трехкомнатной.